Это кисточка со стаканом для масла и соуса. Очень удобная вещь на кухне. Ручка кисточки полая и сделана из силикона. При сдавливании, как в пипетку, можно втянуть нужное количество масла внутрь ручки. При смазывании, если нужно подлить масло в форму, достаточно просто сжать ручку. Лишнего из кисточки не прольется благодаря системе клапанов. Сам стакан сделан из толстого стекла, тяжелый и устойчивый. Сейчас у продавца действуют зимние скидки на товар. При заказе можно неплохо сэкономить.